Сардан Авксентьева 2 года занимала пост мэра Якутска. Она стала известна многим россиянам благодаря тому, что сократила представительские расходы чиновников администрации до минимума. Все ее усилия были направлены на улучшение жизни людей, за что многие стали называть ее народным мэром. Сейчас Сардана – один из лидеров партии «Новые люди». В город Видное она приехала поддержать местных депутатов и привлечь внимание властей к актуальным проблемам нашего округа. Для известного политика была проведена небольшая экскурсия по главным достопримечательностям Видного. Здесь такая замечательная эклектика всего, да, но то, что вы сохранили свой исторический центр, изначальный облик своего города, то, что у вас очень такая хорошая такая гражданская городская активность, которая отстаивает, значит, что-то сохранить, что-то не сносить, что-то изменить, да, культурное наследие сохранить, безусловно, это очень и очень симпатично. Я приятно удивлена. После прогулки по городу в Расторгуевском парке была организована встреча с местными жителями, активистами и кандидатами в депутаты от партии «Новые люди». Приехали блогеры, местный актив, депутаты, которым интересна встреча, интересны идеи, которые Сардана привнесла в нашу жизнь в части того, что она действительно выступает за возврат полномочий в регионы, в муниципалитеты, за прямые выборы глав, за выборность судей. И нам кажется, что это действительно поможет нашей экономике, нашей стране двинуться вперед. Пришедшие на встречу задавали политику самые разные, порой весьма прямолинейные вопросы. Без ответа не остался ни один из них. Как вы, собственно, решили стать мэром? То есть это долго было решение, спонтанное или нет? Просто, к сожалению, я никакой информации на это не нашел. Решила я, пойти в депутаты городского собрания города Якутска. Но, к моему большому сожалению, по срокам опоздала, не успела сдать документы. Так я не стала депутатом Якутской городской думы. Потом подумала, в законодательное собрание пойду. Черт с ним, там будем, жару давать, да? И опять с документами опоздала. И документы в тот момент, когда я приняла решение, дать жару кому-то неизвестно кому, документы принимали только на мэра города Якутска. Так получилось. Как рассказали представители партии, они надеются пригласить Сардану Авксентьеву еще раз. Ведь такой прямой диалог между обществом и властью самый эффективный для решения многих вопросов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.